Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет разбор талантика «Грубая сила». Покажу, кому ставить, насколько это имбовый талант, который убил там многие талантики, например, такой как талантик как «Бог войны». Там «Бастион», конечно, более универсальный в некоторых случаях, но тоже по урону он его превзошел. Новый талантик «Железная воля», он временный. То есть по урону сейчас на сегодня самый топовый талант — это у нас грубая сила, потому что он стабильный, и плюс за счет крита, если у вас проходит крит, там просто умножается бешено урон. То есть если раньше у вас там герой критовал, там добавляло 0.5, то тут еще добавляет сверху еще 0.5, то есть фактически в 2 раза урон вырастает. Так, где тут у меня герои есть, которые на основе. Я также вам покажу героев, на которых можно поставить. Сначала мы тут протестируем, чтобы вы видели разницу, насколько бешеный дамаг просто получается. Фрея. Ну, на Фрею обзор вы видели. Если не видели, обязательно посмотрите. Такая Фрея сборочка для архидемона, для PvP локации неплохо заходит. В универсальности она бастиону все-таки проигрывает. Но урон очень бешеный. Капитан Дрейк с прокачкой на 12 скилл урона наносит тоже немерено. Есть обзор с Богом войны, если вы смотрели. Есть обзор также с грубой силой. Просто бешеный, бешеный становится герой. Вольт за счет того, что у него увеличение крита там на 90%, по-моему. Плюс еще если наролить крит урон, крит поставить. Просто такой урон вылазит, что герои просто пропадают. И вы ничего с этим не сделаете. Ну и малышник, я думаю, вы видели, что он может сделать. Он просто соло выносит базы, выносит здания полностью. Все, если умение включается, там просто бешеный герой становится. Так, это герои, на которых у меня уже стоит. Мы сейчас их потестим. Я покажу на героев, на которых я бы поставил еще. И поставлю, возможно, в дальнейшем, если будет там... скин. Это шапка, однозначно. Смерть тоже вариант, потому что бог войны похуже будет уже, чем грубая сила. Так, варлок тоже будет интересная сборочка. Фрэнки чисто для против ронинов на БГшку, там тоже будет очень круто, у него увеличение еще и атаки. Афина такая есть БВшная. Так. Повелителю бури я вообще не рекомендую ставить подобные таланты. Почему? Посмотрите видосы. Он просто будет дохнуть. Так, Минотавр как вариант тоже, но пока для него железной воли хватает с головой. Ведьма. Возможно, у нас будет еще 5 продавать. Однозначно некоторым героям поставим. Так. Ну, череп. Череп можно, черепу на этот, на архидемона разве что. Так, малышник стоит. Медуза. Ну, это уже, я думаю, излишнее будет. Ну, тоже можно. Дед Мороз. Тесса на архидемона, например. Так, ну, тут можно попробовать сердцеедка. Анубис. Анубиса мы сейчас посмотрим на втором аккаунте на китайке. Там на китайке наши такой Анубис уже прокачанный. Тут я у себя просто не качаю. У меня тут очень интересные таланты. Возможно, в дальнейшем, пока надобности нет. Так, одержимый Некрос, смысла нету тоже ему атакующий талант ставить. Рину тоже нет. Хранитель. То есть вот этим героям шапки на подземке смерти, там на подземке, на по локации. Варлок там тоже будет бешеный просто урон. Афина на ПВП. Ну, то есть вот эти все герои, как бы, есть возможность поставить им, и тоже будут неплохо смотреться. Но в первую очередь надо делать тем, которых я вам показал. Так, ну что, давайте их сейчас протестируем. Пойдем где-то в рейд. Посмотрите. Сейчас найдем расстановочку без юнитов. Так, что у нас тут есть тоже Фрея. Вот сейчас Вольта вам покажу в действии. Вот смотрите, какой там... Ну, он, конечно, он вот минус опять же. Герой просто убивается. Ну, ворожая он тут не то что ваншотит, там просто от ворожея, как и от любого героя, не остается. Но маленькая отражалка, и все. И вашего героя просто нет.
Так, вот есть вроде неплохо. Смотрим, выпускаем. Вот смотрите урон какой. Вот мы убились об хранителя. Но смотрите, что осталось. Хранителя убили. Стрелка там, стрелок был, еще кто-то. То есть за три залпа мы полностью разобрали героев. Давайте малыша Ника. Вот урон малыша Ника. Он собран с критом. Сейчас его будут станить. Надо, чтобы он включился. Вот смотрите, 100 тысяч, там 120 тысяч. Это просто его обычная ульта раз 5 секунд. А вот сейчас пройдет ульта. Или она уже прошла. Его стабильная. А, вот она прошла. Анубиса он просто с одной тычки снес. То есть вот два героя и вашей базы просто, и ваших героев нет. Все, сейчас будет последний залп. Все, 100%. Как вам? Как вам такая сборка? Ну, это просто жесть, ребят. Я не знаю, чем они руководятся, вводя такие таланты, но... Вот смотрим, капитан Дрейк. Он Фрейю включил. Вот 254 без крита. Без проблем вообще. Включаем вольт. Он сразу слился. Малышник. Ну, малышник сейчас тоже, опять же, Фрейю его. Идем другую раз, то посмотрим. То есть, грубую силу есть смысл ставить, если у вас там есть возможность на некоторых героев, например, на малыша Ника, на багажку отлично зайдет, на того же самого Дрейка тоже, на Вольта я в сомнениях, потому что ну, будет он ватный и так уже. Единственное, ебать там Сарой можно некоторых. Ну вот смотрите. 300 тысяч, 400 тысяч. И это причем на нем не стоит еще победный выпад, он не собран на максимальный урон. Вот все. Все просто, база вся одним героем ушатана. Ваши вторые эволюции до одного места. Вот выпускаете капитана Дрейка сразу. Сейчас он еще один залп сделает. Вот 80-82%. 100%. Насколько ватные здания, да? Казалось бы. Топовые прокачки. Так. Сейчас мы Фрейю выпустим. Так, стрелок есть. Ну, давайте попробуем тут Фрейю выпустить. Вот так вот. Она сейчас стрелка. Смотрите, стрелок. Все, стрелка нет. Ай-яй-яй, появился опять. Плохо. Ну, урон тоже. Фрейю надо, конечно, раскочегариться. Вот вроде тут стрелка нету. 750 тысяч, ребят, с первой ульты. Смотрите, что сейчас будет дальше. Появится еще больше. Вот. Сейчас будет Рину атаковать. Или кого? Черепа. Вот Рину пропал. Пропало. То есть тут вообще просто 430 тысяч. Тут пофиг. Тут герой просто у вас будет пропадать. Череп пропал. Анубис пропал. Все. Вот, вот и вся ваша база. Забежала одна Фрейя с ремкой причем. Можно поставить и бог войны. Там урон будет еще плюс 30. Вот опять. Ара пропала, это нету много вертолетки, это только один пока у нас. 492. Кто там у нас сейчас будет пропадать? Вот смотрите, что делается. Тык-тык. Это просто жесть. Зачем таких героев добавлять? Ну, я даже не знаю. Вот малыш Ник и Дрейк. 60%. Сейчас следующий залп. Еще нету, все. Пару героев и базы любой просто нет. Надо, заблочили арой. И не паритесь. Вот зверский у нас есть. Давайте попробуем сейчас вот так вот сделать. Поломать забор. Выпускаем Фрейю. Выпускаем капитана Дрейка, малыша Ника. Ай, малыш Ник. Вот смотрите. Героев просто нет. Все. Это вся база.
Это ваши топовые все прокачки. Да сраки они, короче. Просто пофиг. Что я могу вам сказать? Так. Ну, давайте еще кого там мы. Рай еще запустим где-то. Вот тут вот. Так, а, мы вражескую бьем. Вот опять же. Просто смотрите, что с героями. Ну, там вражеская Фрейя есть. Вот это единственное, что может задержать, это малышник. Капитан Дрейк. Ну, вот вражеская Фрейя просто их бьет. Ну, вообще пофиг, ребят. Сколько мы героев слили. Ну, Фрейя поубивала, конечно. Там у нас выражай, сейчас мы доберемся до них. Попробуем сейчас юнита выбрать. Вот смотрите, некрос вражеский пропал. Осталась у нас одна. То есть я даже не заморачивался, да, там топовая расстановка, типа герои второй эволюции, там все дела. Просто пофиг. Вот опять же. Юнитов нет. Ну, конечно, я коряво всех выпускаю. Что там, кого-то ушатали? Нет, не ушатали. Ладно, идем теперь покажу вам еще на китайке моей. Анубиса кто не видел, думаю, вы все-таки видели. Я благодаря такому Анубису прошел 7 кошмарки. Просто их пролетел. Вот Фрейя тут тоже с грубой силой. И вот такой вот Анубис. Правда, не максимально еще пока прокачки. Но стоит на нем гнев, который дает 12% на крит, по-моему, или 11, или 12, там крит точность. Плюс тут стоит еще тоже крит нароленный. Идем посмотрите, что он может делать. Так, это у нас Бигфутик наш. Сейчас пусть его зарядят. Конечно, доспех мешает. Смотрите на героев. 250 тысяч. То есть тут в этом плане, плюс у него крит еще стоит. Все, героев просто, просто все сносит. Ему пофиг. В подземках такая сборочка вообще будет тащить. Давайте там жестокая 8. Отпускаем сюда одного Анубиса. Смотрите на урон по месам. Героев он уже полностью всех ушатал. Вот тоже минус, как бы убивают, если он перерождается, у него энергии неполные запасы, начинаются проблемы. Ну, сама суть, думаю, вы поняли. То есть урона тут получше даже, чем у бывашки, если вы ему прокачаете крит. Такая же Фрейя. Выпускаете Фрейю, да, там топовые прокачки стоят. И смотрите, что с ними сейчас будет. Некрос просто, просто пропал. То же самое там Рину. Все, Рину нету. Осталась одна вражеская Фрейя, которая нифига толком сделать не сможет одна. Попробуйте каким-то героем так слить
того же самого Некроса и прочих, ну, не сможете, не получится. Или там Вольт был, я что-то не посмотрел. То есть, ну, не знаю, один из топовых талантиков на урон на сегодня и один из востребованных, как по мне. Есть другие таланты, там воодушевление и прочее, исцеление, все, но вот этот талант — это просто жесть полная. Я очень радовался, когда его на Китайкина выбивал, у меня тут даже в запасе, по-моему, тоже есть. Да, вот еще один остался, и на основе нас добавили запаки. Поэтому не знаю, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте обязательно в конкурсах с призами, подписывайтесь. Убивайте, не стесняйтесь, пишите всем по такому талантику, а то и не по одному, по несколько, потому что это просто жесть. Все, всем пока.